Ciao, buongiorno, come sempre, Alona Camilo e Fitness Forza Palermo. Sabato, vacanza и io faccio фитнес. Здравствуйте, мои дорогие, с вами, как всегда, Алена Камила и Fitness Forza Palermo. Да, выходные, да, суббота, но я хочу с вами сделать фитнес, но, поделюсь с вами честно, я уже сделала то, что я делаю каждый день до восхода солнца. Это гимнастика гормональная. Забивайте в интернет гормональная, тибетская гормональная гимнастика. Я ее уже сделала. Массаж лица. Ну, видно, что я уже вышла красивенькая. Массаж ног – это в обязательном порядке. Что там такое? И 5 жемчужин. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, опять же, 5 жемчужин по 5 раз. Я уже делаю по 13 и с понедельника начинаю делать по 15 повторений 5 жемчужин. Уже делаю я третий месяц пьяно, 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 пьяно. И я фато эсерчице чинкве перла депью чинкве дуэ месе. Piano, piano, piano. È importante 5 esercizi, 5 perle, 21, 21, 21. И очень важно вот этих 5 упражнений довести до 21 повторения. Это первое. Ну и второе, сделаем 5 эффективных упражнений для ягодиц. По 1 минутке делаем одно упражнение. Вот и все. Приступаем. Потом, кстати, да, еще поделись обязательно этим видео у себя на страничке, для того, чтобы вспомнить, есть такая Алона Камилло, которая делает фитнес в образе жизни. Да, фигурка красивая, это отлично, но для здоровья. 5 жемчужин, кстати, это омоложение, тела, ну, также и души. Вот, соответственно, да, я могу. Да, это в моем образе жизни уже много-много лет. Но сейчас это вот вообще без этого я жить просто, ну, не знаю, как можно вот проснуться и не сделать фитнес? Как можно проснуться и не почистить зубы? Как можно проснуться и не принять душ? Как можно проснуться, не посмотреть в зеркало и не улыбнуться? Как можно проснуться и не сделать массаж лица? Или же как можно проснуться и не сделать маленький макияж лица. Маленький. Красные губки, реснички и что-нибудь такое, какой-нибудь крем положить. Ну, это ну, так же самое. Как можно проснуться и не позавтракать? Как можно не пообедать? Так же и фитнес. Делаем. Первое упражнение, как всегда, встали по часовой стрелочке, сделаем 5 раз. Раз. Два, три, четыре, пять. Присели. Хорошо. Ножки. Вот в таком положении ножки. Вот. Ноги. Я, наверное, тут не вмещусь, но будут ноги видны. Опа. Будет это некрасиво, но ладно, понятно. Опа. Да, носочки на себя и с головой. Раз. Вдох, инспирали. Выдох. Респирали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Инспирали. Респирали. Затем переходим вот таким образом, вот в это следующее упражнение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Выдох.
И переходим в следующее упражнение. Стоп. Опять же, ножки вытащили на себя. Ручки вот здесь, возле бедер. Вдох. Задержка дыхания вверху. И выдох. Опять же, ручки под попку. И вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опять же. Инспирари. Респирари. И заключительное упражнение. Заключительное упражнение. Так, встали. Выдох. Выдох. Пяточки в пол. Так, видно, не видно. Выдох. И вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Да-да-да. Эти бедрышки не вот такие вот, а вот натянутые. И вдох. Выдох. Так. И сели в такую позу. Вот она. Вот. Вот. Так. И сейчас будем делать с вами следующий комплекс, который мне очень нравится. Который мне очень... А мне нравится, нравится, нравится. Тра-та-там. Да, была такая песенка. Кто ее пела? Эдита Пьеха. Эдита Пьеха. А мне нравится, нравится, нравится. А мне нравится, нравится, нравится. Поем. Ну что, следующий комплекс. Приступаем. Я сейчас уже заколю себе волосики. Вот так вот. Волосики. Да, вот этот вот комплекс упражнений 5 жемчужин, это действительно омоложающий комплекс. Я говорю из своих ощущений. Вы сразу сделайте, а потом оцените, это так или не так. Потому что говорить, что да, я это не верю, пока вы это не сделали, ну, бессмысленно. Я считаю, прежде чем дать опровержение или вообще ничего не сделать, лучше сразу сделать, а потом понять, надо мне или не надо. Омолаживающий комплекс, не омолаживающий. С моего, то, что я делаю, это действительно омолаживающий комплекс. Вот, начинаете делать этих 5 упражнений, 5 жемчужин, с 3 повторений. 3 раза, 3 раза, 3 раза, 3 раза, 3 раза. Да? И так делается целую неделю. Затем добавляете по 2 раза. 7 раз, 7 раз, 7 раз, 7 раз, 7 раз. Через, на 3-й неделе, через неделю по 9 раз. И так доводите до 21. Условие. Если вы хоть один день пропустили, значит, начинайте опять с 3 раз. Но я не пропустила ни разу, потому что «а мне нравится, нравится, нравится». Ну, мне действительно нравится. Так, ну, пробуем делать с вами другой комплекс. Я, конечно, себе делаю такую подсказочку. Первое, конечно же, упражнение для ягодиц. Приседание. И это делаем 1 минутку вместе с вами. Ручки вытягиваем. Или так вот. Раз. Оп. Раз, два, три. Встали. Раз, два, три. Встали. Раз, два, три. Встали. Отлично. Вот и так вот минуточку приседаем. Можете вот так вот сделать, как вам удобно, ручки. Можете на голову положить.
Ну, мне удобно на голову, потому что осаночка заодно. Для меня это легкие упражнения, но делать минутку, конечно, чувствуется. Ху-ху! Да-да-да! Отлично! Прекрасно! Великолепно! Халясё! Сделали. Следующее, второе упражнение, которое я вам хочу показать. И вот такие вот раз, видите, два, так, я, наверное, включу телевизионы. О, и я стала ярче. Yes. Раз, два, таз на месте. Три, и так минутку делаете. Четыре. Такие вот отличные упражнения. А мне нравится, нравится, нравится. У-ху. А мы пьячем, не пьячем, мы пьячем, пья. Вот. Минуточку делайте, засекайте себя медленно в своем ритме. Пять жемчужин. И пять упражнений для ягодиц. Отлично. Отлично. Хорошо. Прекрасно. Хорошо. Но мне очень нравится. И такие вот делаете. Раз, два. Раз, два. Хорошо, сделали минутку, переходим на следующее упражнение. Ну, ягодицы одним словом. Так, стали вот в это красивое положение. Опачки, опачки. Спинка ровная. Ах, у моего мужа здесь пиджачки. О, видно. Вытянули и раз. Ага, вперед. Вперед. Раз. Два. Три. Отлично. И минутку так делаем. Минутку засекли. Есть такие песочные часы. Угу. И делаем. Раз. В сторону вверх. В сторону вверх. В сторону вверх. В сторону вверх. Что ж я на экран не попадаю, а? О, yes! Раз. Два. Три. Четыре. Да, минуту. Уна минута. Не без счета, просто делаем одну минуточку. О, как хорошо. Как хорошо. Кстати, это третье упражнение. О, на одну ножку делаем. Всего лишь 5 упражнений по 1 минутке. Тратится времени всего лишь 5 минут. Ягодички, красивущие, легкая походка. О, как мне нравится. Отлично. И в сторону вверх. В сторону вверх. Может, я уже делаю 2 минутки? Остановите меня, пожалуйста. Хорошо, 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 отлично, тоже точно сделала 2 минуточки, меняем другую ножку, так, остановлю, меняем другую ножку и опять же делаем 1 минутку, встали и минуточку делаем на другую ягодичку. Фу. 6. Хорошо. О, как мне нравится. 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 Хорошо. Делаем, делаем, делаем. Ягодички, легкая походка.
животик прижат к позвоночнику. Отлично. Хорошо. Прекрасно. Великолепно. Отлично. Хорошо. И еще сделаем 5 раз. Я уже свои ягодички прочувствовала. Отлично. Есть, немножко отдохнем. Немножко отдохнем. Отдохнем. Опа. Где моя сказочка-подсказочка? Опа. Сказочка-подсказочка. И, конечно же, мостик. Это мое любимейшее упражнение. Просто легли. Опачки. Вот. И делайте минутку. Раз. На пяточки. Два. Так. На пятки. Раз. Два. Три. И одну минутку. Так, видно, что я на пяточках? На пяточке. Угу. И таз не ложим. Два, три, четыре. Делаем, смотрим на песочные часы, не останавливаясь. Это уже, кстати, 4-е упражнение. Отлично. Отлично. Хорошо. Прекрасно. Великолепно. Роскошно. Делаем. Остановились. И сделаем чуть-чуть вверх. Раз, два, три, четыре. О, шесть, семь. Это уже 5-е упражнение. Тоже минутку. Ох. Немножко. Опачки. Ну что это такое? Почему мы перескочили? Ну, раз мы перескочили, на этом 5-м упражнении. А, вот это я. Делаем 5-е упражнение. 5-е это в завершении. Да? Вверх поднялись и только вверх. Раз. Минутку. Два. Три. О! Делаем. Отлично. Только вверх. Вверх. Хорошо. Вот и все, мои золотые. Вот такое вот упражнение. А, опустили. Смотрите. Уно, дуэ, тре. Ножку. Просунули и растянули. Отлично. Ягодички вам сказали спасибо. Глютые парни, грации. Грации. Ах. Ах. А как мне нравится. Хорошо. И вот это первое упражнение для растяжки. Второе упражнение для растяжки. Опачки. Отлично. Растянулись. Хорошо. Прекрасно. Великолепно. Роскошно. И изобильно. Вот эти прилагательные должны присутствовать всегда в моей жизни. Они присутствуют. И на другую. Опа. Хорошо. Прекрасно. Великолепно. И в заключение вместе с вами сделаем, как всегда, массаж лица. Массаж. Кто сейчас со мной, тот всегда герой. Все спят. Ну ладно. Только Джузеппе Сичили.
Чао! Пьячери. В записи тот, кто меня смотрит и дошел до этой части, обязательно поделитесь в этом видео для себя же. Для себя же. И делаем вот такое упражнение. Мое одно из любимых. Выставили. Угу. Язычок. 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Вверх-вниз, вверх-вниз, 10 раз. Вверх-вниз, вверх-вниз, 10 раз. И толкаем язычком в сторону, в щечку. Раз, два, три. 10 раз. Раз, два, три. И приступили. Не останавливаемся. Я могу, а вы нет. Шутка. Угу. 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 Великолепное упражнение. Укрепляется корень языка. Molto dura lingua dove nata. See? Вот questo, questo, questo. Очень хороший, как раз таки подтягиваются вот эти части. Очень хорошее языковое упражнение для шеи, для вот этой части. Просто экскаватор называется. Экскаваторы. Как вот. Кстати, эти упражнения я взяла из курса красоты Светланы Тишковой. Поэтому всем рекомендую. Всем. Буквально всем. Рекомендую. Я это уже делаю 2 года. Феноним женской красоты это сама красота. А где взять саму красоту? Пойти и купить курс Светланы Тишковой «Красота без времени». Я делаю в образе жизни. На протяжении 2 лет, как только я просмотрела этот курс, не переставая, 3 практики. Первая практика – внутренняя женщина. Ну, мы всегда внутри, у нас есть особый образ нашей женщины, да, и я ее всегда создаю под то время, в котором я сейчас нахожусь. Следующее – левое пространство, правое, левое. Опять. Правое-левое, да, великолепное, я и там, и здесь, это просто великолепно, я делаю левое пространство, перетекание, великолепная практика, потому что в этой практике я перехожу на несколько шагов в будущее, более того, что в этой практике я развиваю сверхспособность видеть будущее. Кстати, я фитнес делаю всегда с духами. Ну, мы же уже сделали фитнес, сделали. Вот мы, вот... Ах, это просто аромат волшебный. Это волшебный. Это вот я с этими духами перетекаю в будущее. Очень хорошая практика. И более того, что Светлана в этом же курсе «Красота без времени» дала такие состояния, как бета-состояние, описала, что такое бета-автомат и что такое бета, ну, который обычно зависает. Да? Великолепно она рассказала, на простым языком, легко и просто. Потом практика альфа-состояния и тета-состояния. Великолепно. Великолепно. Альфа-состояние – это творчество, что-то такое радужное, и меняешь цвета, да, то есть классно. И тета-состояние – великолепно. Это когда ты
ну, другими словами, заходишь в ванну или укутываешься теплым плетом, или как вот мне нравится, я захожу в это состояние, когда я еду в поезде, да, и поезд меня так вот покачивает, да, для меня это офигенное это состояние. Вот, вот я поделилась. Вот я поделилась. Это я делаю каждый день. Более того, что на протяжении 3 лет я всегда нахожусь на курсах у Светланы Тишков. Да, она мне нравится. Она мне нравится, знаете чем? Поделюсь. Да, кстати, никто меня не просил. Это абсолютно не реклама. Это я сейчас рассказываю действительно про образ своей жизни. Потому что я ее знала, когда я жила в городе Бобруйске. Это было давным-давно-давно. Была у нее на личных консультациях. И вот на протяжении по сегодняшний день далеко ходить не буду. То, что знала, это замечательно. Это было очень давно. Когда я пошла к ней на курс на психосоматику. Да, как сейчас преподносится материал и до какой глубины преподносится материал в виде информации и знаний, и более того, что ну, когда у человека все хорошо, и еще у нее результаты, еще благо накрывает, когда происходят какие-то либо другие ситуации, понятные, непонятные, хорошие, нехорошие, то через курсы, да. Все растворяется. А сейчас ручку подняли, вторую подняли, на головку опустили кибра, соно браво. Тутси персона брависсими. Провели себе по головушке. Девочки провели по своей красивой фигурке, очертили талию, да, плечики, осанка. Вот, раз, два. И вот провели по ножичкам и сделали вот такую вот красивую фигурочку, вот такую вот округлые бедрышки, закруглили и тоненькие-тоненькие ножки. Все. Бон джерната. Адопу кому сэмпре Алона Камило и фитнес Форса Палермо. А мы сейчас едем куда? В исторические машины. Сторика Махина. Си. Фьера Сторика Махина. Нола Содова, Чинкванто Макина, Сторика, Меравильоза. Пуй Коста Верда, пер мио комплимано. Прима новембо, мио комплимано. Комплиано. Парке Алена, пьяно, 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 агури, Алена Теви, Коста Верда. Ки ворей вистоме. Инсьеми Коста Верда Чифалу. Инсьеми Коста Верда Чифалу. Инсьеми фатто фитнес. Коста Верда, але отто стаматина. Фитнес, о Фейсбук, о Коста Верда. Си, Пьетро, андьямо инсьеми Коста Верда, прима новембо, quando mio compleanno, фатто фитнес, Форца Палермо. Чао, бон джернато, а допу, ci vediamo a presto. Alla prossima.